Всем здоровчики, народ, с вами Хася, и сегодня видео будет полностью посвящено халяве в той или иной степени для блица. По большей части, конечно, как просто удачно поднять баблишко, галдишко, все такое, но надо будет потратить немножко денег. И есть один момент, где можно поднять танк совершенно бесплатно. Это в Телеграме, потому что, вы знаете, я проводил розыгрыш на 200 тысяч голды, и вы понимаете, не все танки забрали. Дело в том, что участвовало 85% реальных людей и 15 фейков, ну куда деваться. Короче, ребята создавали фейков, не знают, что они выиграли, или не могут зайти. Ну и все, получается, там танка 4 не забрали. Поэтому сегодня мы замутим розыгрыш буквально на 1-2 дня и переразыграем эти призы. Ссылочка на Телеграм в описании, заходите. А мы начинаем. Халява от Huawei. Я снимал уже дней 5 видео про бонус-код от Huawei. Меня прям прессанули, типа: Игорек, ты что, дурачок, что ли? Че ты снимаешь видео, когда бонус-код не работает? Я просто осветил новость, что такая тема была. Плюс люди будут знать, как это работает, и если в следующий раз появится такая халява, они быстренько все это сделают и получат свои призы. Есть сейчас еще одна тема от Huawei. Правда, это уже не стопроцентная халява. Надо будет потратить денег, но выгодно. Короче, вы знаете эти терки Huawei с Google, и вы знаете, как Wargaming корешится с Huawei. И они замутили интересную тему. Кстати, если что, этим могут воспользоваться не только владельцы телефонов Honor и Huawei. Любой Android смартфон подходит. Вот у меня сейчас OnePlus. Я вот сейчас на нем все это сделаю. Короче, я оставлю ссылочку в описании на APK-файл. Магазин приложений от Huawei. Называется App Gallery. Ну, может, он у вас есть, а может быть нет, но можете скачать. Регистрируйтесь, все такое там. Для этой акции вам нужно 300 рублей. Ну, как бы, типа, да, немало, конечно. Ну, с какой стороны посмотреть, как бы 300 рублей вроде немало, а вроде и немного. Короче, ладно. Скачивайте танки из этого приложения. И ссылочку на скачивание я оставлю в описании. Я не знаю, будет ли работать, если вы просто скачаете. Я знаю вот по поводу этой ссылки, что это точно работает. Вот, скачивайте по этой ссылке танки. Донатите 300 рублей и получаете 600 монет Huawei. Теперь вопрос. Чё это за херня? Какие монеты, ёпты? Я тоже сначала так подумал, потом я просмотрел все, проанализировал, посмотрел курс монет к рублю, и получается, что это 600 рублей. То есть вы донатите 300 рублей, вам камбэкается на ваш аккаунт Huawei, вот, который вы создали в этом магазине приложений, 600 монет. И за эти 600 монет, ну, в принципе, можно куда угодно их потратить, ну, в магазине этом, да? Но вы можете за эти 600 монет купить себе что-нибудь в танках. То есть получается, вы донатите 300 рублей, вам камбэкается 600, и вы еще на 600 покупаете в танках. Ну, то есть, как бы выгодно, на самом деле. Я жду, пока у меня скачаются тунчисы. Очень медленное скачивание. Я серьезно, как вы вообще с телефонов играете? Ну, ты ж как... Я, конечно, ну, ничего не хочу сказать Wargaming, но это полная херня, серьезно. Это вот кто придумал вообще эту херню? Вообще, сама идея была прикольная. Ну, может быть, у меня что-то тупит. Но если бы реально я скачивал... сколько он там весит? Ну, гигабайта 2, допустим, да? Если бы я просто скачивал, он мне скачался бы за 4 минуты, может. У меня показывает, осталось 18 минут 50 секунд, и я уверен, что это еще не все. То есть он будет еще скачивать. Это, короче, шляпа какая-то, я не знаю. Я слышал, что люди быстро качаются, у меня никогда быстро. Это я еще без текстур HD и без загрузки всех ресурсов. То есть я сейчас включу, это у меня будет сколько? 38 минут, блин, ё-моё, пиздец. Да, 2000 мегабайт. Wargaming, что не сделаете с этим? Это дичь полная. Короче, ну нафиг эти HD ресурсы. Сейчас мы это сделаем все. Монеты начисляются в течение 1-2 дней. То есть я в последующем видео каком-нибудь покажу эти монетки, которые мне пришли. И куплю на них что-нибудь. Вот. А вторая халява будет связана со Steam. Как вы знаете, сейчас летняя распродажа. И Wargaming завез... пакетик, вот такой вот маленький пакетик халявы, типа за 60 рублей. Итак, вот это предложение, да. Давайте я в корзину его кладу. Ежевика, я видел ежевику. Так, это купить для себя. Жалко, что нельзя подарить, конечно. 60 рублей. Самое главное, что за 60 рублей можно купить, это аватар. Вот это самая тема. Там есть прикольный аватар. Я помню, я его получал за... СТРВ. Помните, там была за 24 рубля, по-моему, акция. Прям вообще дикая акция. Вот давали этот шлемофон. Где, блин? Бля, я рассчитывал, что мне прям упадет, я увижу все это. А, ну, короче, если что, дают вот этот вот аватар. Вот этот вот.
Шлемофон вообще офигенный, он мне нравится, прям красиво. Т1Е6, 250 золота, 3 дня према, 100 тысяч кредитов, 100 бустеров и аватар-шлемофон, самое главное. А можно приобрести только один раз. Ну, в принципе, на самом деле, за 60 рублей, да за 60 рублей, в принципе, даже бустеры эти были бы нормальными. А тут еще аватар, между прочим. А, не, подождите, а давайте-ка я открою танки, да? И посмотрю, по идее, Т2, этот вот рам, или что там за танк-то, ё-моё? Стоп-п. А где он? Так. На что я потратил 60 рублей? А куда я купил, блин, ёптель-моптель? Может, мне надо зайти на аккаунт? Ух! Отлегло, ёптель. Так, это коллекционный танк, то есть за голду можно продать. Так, получается. Так, я заебался говорить так, извините меня, пожалуйста. А, в общем, 250 золота. Вот, кредитки шлемофон, так, аккаунт, все дела. А, нас интересует только вот этот танк, да, за сколько его можно продать. То есть, по факту, я, получается... Это гуд. Ладно, давайте-ка посмотрю, скачалась ли игра у меня. Смотрите, какая тема. Для того, чтобы здесь покупать, здесь нужна карта. Здесь так просто все не сделаешь. И немножко заморочено. То есть, чтобы привязать карту, нужно нажать на я, потом на свой аватар. И вот здесь вот уже привязать это все. Ну, это странно. Видите, у меня, кстати, 0 монет Huawei. Так, платежи, добавить карту. Ох, мать моя, что купить-то на 300 рублей, блин. Ну, не меньше 300 рублей надо, поэтому надо что-то выбрать. Я бы, в принципе, купил, наверное, ПЗБ-2 за 324 рубля, но он мне нахрен не нужен, блядь. Понимаете, тут не работает такая тема, что взять, допустим, за 129 счастливую шестерку, потом за 194 еще пополнение запасов, надо, чтобы одна покупка была больше 300 рублей. А, что взять? Так, давайте беру окисленный Б-2. Давай, Huawei, соображай вещи. Да, я разрешаю и вхожу. Не дай бог мне не упадут монеты. Будет серьезная разборка. Так, оплата выполнена, все. Камбэк в танке. Бустеры, шмустеры и все, и танк. И камуфляж, как бы, серьезно, на самом деле. А сколько стоит ПЗБ-2? Подождите-ка, давайте-ка гляну. Может, не полегче станет. То есть, я что купил вообще? 1,5 косаря, ну нормально. Как-нибудь в черные времена я его продам. В черные, в темные, извините. Все, через пару дней на этом же месте покажу, разберемся. Вот, все ссылочки в описании есть, если что. Да я даже напишу инструкцию, у меня есть инструкция, я видел. Вот, все покажу потом. В Телеграм заходите, ссылочки, покедово. Йоу.